В Атырау 8 автовладельцев, чьи машины сгорели в автосервисе, не могут получить компенсацию. В июле прошлого года на одной из СТО города произошел пожар, в результате которого 8 транспортных средств стали жертвами огня. До сих пор автовладельцы не могут компенсировать свой ущерб. Они обращались в компетентные органы, однако никакого результата получено не было. Водители, которые хотели привести в порядок свои автомобили, решили воспользоваться услугами одного из автосервисов. Но получилось совсем наоборот. В июле прошлого года пожар на СТО полностью уничтожил 8 автомобилей. По словам владельцев сгоревших машин, они до сих пор не получили никакой компенсации. Расследования и экспертизы не заканчиваются, а предприниматель не выходит на связь с пострадавшими. Вот уже на дворе июль, и до сих пор наше дело находится в стадии следствия. У нас есть такое подозрение, что нас просто тупо ведут за нос и под разными предлогами продлевают срок передачи наше дело в суд. Я не знаю, сколько времени мы уже должны ждать, мы уже устали, честно говоря. Ишканы ответчик, ни хабар жок. Нет никаких вестей. Ответа почти год не можем дождаться. Дело не доходит до суда. Почему так долго ведется расследование, непонятно. В прокуратуре города отметили, что расследование ведет городское управление полиции. По факту пожара назначен ряд экспертиз. Возбуждено дело по статье 292 Уголовного кодекса Республики Казахстан по факту нарушения правил безопасности. На сегодняшний день это дело находится в производстве городского управления полиции. Назначена судебно-техническая и строительная экспертизы, по результатам которых будет вынесено окончательное решение. Пострадавшим автовладельцам остается только ждать совершения расследования, сроки которого по-прежнему остаются неизвестными. Айдана Мауляңызы, Айбек Байзаков, Рустам Джумашев, ТДК-42, Атырауская область.